Спокойные и задорные, современные и ретро-мелодии. На концерте группы «Шарм» можно услышать все, что угодно. Эти исполнители не боятся экспериментировать, и потому на их концертах всегда много поклонников. Уже 20 лет группа преподавателей из музыкальной школы номер 4 выступает перед публикой и каждый раз не перестает удивлять. Началось все в 22-й школе, когда молодые преподаватели решили петь для себя. Поначалу в состав группы входили 5 педагогов хорового отделения, дальше больше. И когда все участники коллектива спелись, они решили поучаствовать в областном конкурсе. К нашему счастью, мы там заняли первое место. Мы там спели акапельное произведение, и причем вот сколько мы туров прошли, мы 2 тура отборочных прошли, и потом на гала поехали туда уже, на финал и на гала. И вот к нашей радости первое как бы выступление, и оно очень удачное было. Высокая оценка мастерства балаковских преподавателей на областном уровне помогла им понять, направление для развития выбрано верно. Подтверждение тому – постоянные победы даже во всероссийских и международных конкурсах. И теперь группа преподавателей «Шарм» не только выступает на различных городских мероприятиях, но и дает концерты. Один из них прошел на днях во Дворце культуры. По отзывам слушателей наших, очень понравилось именно первое отделение. Это у нас там прозвучали произведения акапельные, народные песни в акапельном варианте, и под фортепиано. И сказали, что вот было очень хорошо, созвучие всех голосов слышно, что каждое вот мы вот раскрылись, и что не заглушал нас вот именно минусовка фонограммы. Каждый раз программа меняется, поэтому исполнители всегда удивляют публику не только чистыми голосами, но и разнообразием репертуара. Это и русские народные песни. Это произведение с аккомпанементом. Также мы используем и популярные произведения, произведения ретро-жанров. Декабрьский концерт – это очередная яркая страница в истории группы «Шарм», перелистнув которую, артисты начали писать новую, еще более удивительную и неожиданную. О чем она, будет известно на следующем концерте. Но мы с девчоночкой молодой.